по большому счету и Агорда сделал современный парламент за счет своих. Вот тот же Акжол, раньше же оппозиционный считался, да? Как даже обкрутили эту партию и поставили своего человека во главе партии, вы не заметили, не только простой народ. А как создавали вторую компартию, как его привели в парламент, также вы не заметили. Это просто это проект одного человека, все эти три партии. Точно так же, если кто-то будет в оппозиции, вы опять же не заметите, что среди них будут люди, которые не дадут нормально и честно развиваться.